Итак, всем привет! Сегодня 2 июня, зацепили мы косилочку нашу, попробовать подкосить маленько, там пару огородов у нас есть на подкормку, и может подвялиться какое сено. Несколько тюков привезем, значит, зацепили мы ее. Так, повозились, конечно, вдвоем. Ну, сейчас поедем, попробую снять на поле, как она косит и что из этого получится. Ну ладно. Ну вот здесь наших два участка, так называемые, я их огородами называю. Ну, я думаю, что начнем. Посмотрим.